Отказ официального Рима дать причал очередному судну с мигрантами, на этот раз неправительственной организации «Лайфлайн», вновь вызвал массу вопросов, в том числе об ответственности за судьбы спасенных людей. Об этом, дальнейших действиях и ситуации на борту рассказывает Евроньюс соучредитель НПО Аксель Штайер. Следующим нашим шагом будет обращение к другим европейским странам за помощью, потому как людей, которые сейчас на борту, нужно немедленно эвакуировать. Находиться в море по 50-80 часов и больше совершенно недопустимо. У многих из них морская болезнь. Ситуация непростая, но нужно сохранять спокойствие и ждать. Посмотрим, что будет дальше. Из Италии поступают заявления о том, что своей работой ваша команда, как и другие, побуждают людей на совершение опасного путешествия. Вероятно, итальянцы думают, что своей жесткой критикой и конкретно в ваш адрес они словно отговаривают мигрантов от того, чтобы идти на риск. А вы, в свою очередь, нарушаете правила. Что вы думаете на этот счет? Во-первых, мы спасли эту группу беженцев в открытом море. Надо понимать, что это огромное пространство. Нужны удача и везение, чтобы найти в нем лодку. Никто не отправляется туда, надеясь на спасателей. Так что все эти обвинения – полный абсурд.